Команда вышла, я так думаю, что в хорошем состоянии. Вот. Ребята, видно, что следили за собой, бегали кроссы. Вот. Ну, пересекались мы тоже, вместе бегали, занимались на турниках. Сейчас команда потихоньку, я считаю, что все равно входит в такое в рабочее состояние, потому что это не сразу все, как говорится. Вот. Ну, потихонечку втягиваемся. Я думаю, что через неделю уже прям адаптируемся к нагрузкам, и можно уже будет прям хорошо, скажем так, тренироваться на полную катушку. Задача на сезон ставится посильной, плей-офф минимум, да? Ну, конечно, посильные. Главное, скажем так, сейчас хорошо пройти сбор, тренироваться. Все зависит от того, от ответственности, скажем так, и от дисциплины, от нашей внутренней. Если будем хорошо тренироваться, если будет самоотдача, то я думаю, что все будет хорошо. Пока есть ощущение, что кондиции до и кондиции сейчас практически восстановились, да? Да, кондиции, можно сказать, что практически восстановились, причем я вот тоже смотрю за остальными, по себе сижу, как бы, я считаю, что все, так скажем, в оптимальной форме находятся. Вывозят организм, да? Вывозят, да, несмотря, опять же, на жару, ну, все уже ребята, все местные, все привыкшие, поэтому никто не жалуется, все хорошо переносят, поэтому все молодцы, скажем так. Леш, наша вратарская позиция, конечно, немножко претерпела, да не немножко, претерпела изменения, но я у других ребят тоже спрашивал, да. А в конце того сезона все-таки Влад Портыненко даже в какой-то момент вытеснил из состава, ну не то, что вытеснил, первый номер стал над Никобадзе и Сашей Лысенко, но сегодня он как бы, на него самая главная ответственность, самая главная нагрузка ляжет. Вот на твой взгляд, как сам с высоты опыта, есть опасения, выдержит ли парень? Ну, я сказал уже, что, опять же, главное внутренний настрой, самодисциплина. По Владу могу сказать, что молодец, действительно, несмотря на то, что, скажем так, ну, нет, действительно, у него, если так честно сказать, конкуренции со стороны, скажем так, сильных товарищей, и ушло два вратаря, опять же, Давид и Саша ушли, вот, но молодец, как бы, понимает, что сейчас нагрузка не уляжет, и хорошо относится к своему делу, молодец. Я думаю, что если так будет продолжать, мы ему будем помогать в защите. Тренер по вратарям Алексей Неминович с ним тоже работает. И, как бы, если в таком плане продолжать, то я думаю, что все должно быть хорошо. Как бы, самое главное, действительно, взаимопомощь, и чтобы мы друг другу было доверие, отношения хорошие. А там уже, я думаю, все у нас получится дальше. Леш, ну и вопрос от болельщиков, как долго, ну естественно все переживают, ты все-таки сам опытный, сколько лет еще планируешь поиграть и не собираешься ли ты покинуть клуб? Ну, покидывать клуб не собираюсь, я продлил контракт еще с клубом, а по поводу, скажем так, сколько еще играть, ну, опять же, возвращаясь к нашему разговору, все зависит от профессионального отношения к делу. Вот, стоит буквально запустить себя даже вот во время карантина, это все это буквально ощущается. Вот, главное следить за собой. В других клубах мои, как бы, моего возраста ребята продолжают тоже хорошо себя поддерживать в форме. Вот встречался и с Витей Киреевым, и Пашу Атьмана видел, все в хорошей форме моего возраста, все одногодки. И все хорошо выглядят, все, как бы, все, кто хотят продолжать играть, все должны к своему здоровью очень сейчас грамотно относиться, следить за собой. Профессионал должен быть профессионалом во всем. Да, 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 потому что молодость, может быть, действительно еще как часто все ощущается, действительно, на самом деле. Поэтому я вот даже еще похудел, еще 3 килограмма скинул, поэтому сейчас вот еще легче, скажем так, бегается и дышится легче, и вообще переносить нагрузки еще легче. Поэтому, а там действительно, как Бог даст, сколько получится, столько и поиграть. Леш, спасибо, но мы желаем удачи, болеем, и скажу честно, плей-офф нам будет мало, мы хотим, чтобы вы боролись за пятерку как минимум. Спасибо, поддерживайте нас. Главное, без травм. Спасибо, спасибо.